Эти сотрудники организации «Ремжелстрой» высоты не боятся. С приходом зимы им чуть ли не каждый день приходится покорять вершины жилых домов, чтобы очистить их от снежных навесов и ледяных глыб. Мы обслуживаем 448 домов. Задействованы на данный момент 3 автогидроподъемника. Это 28-й, 22-й и 18-й АГП. А данный момент 3 бригады работают. В общей сложности 20 человек. За день мы проходим около 30 домов. Кому-то в этом нелегком деле помогает спецтехника, а кому-то приходится самостоятельно подниматься на крыши домов. Зачастую работники находятся в опасном положении, сбивая нависшие сосульки с балконных козырьков или края кровли. Предприятие «Ремжелстрой» работает только на тех домах, которые ими обслуживаются. За остальными следят различные ТСЖ. А вот в учебных заведениях и автономных зданиях с магазинами ситуация другая. Большинство из них не принадлежит тому или иному жилищному хозяйству. Поэтому с данной проблемой они ведут борьбу самостоятельно. В первую очередь нас интересует безопасность детей, обучающихся, работников школы. Поэтому мы стараемся не допускать, чтобы сосульки росли, чтобы увеличивалось их количество, и по мере необходимости производим очистку крыши от снега, от сосулек своими силами. После небольшого рейда по городу можно смело сказать, что пока коммунальные службы города со своими обязанностями вполне справляются. Огромных сосулек на домах нет, а снежные навесы встречаются крайне редко. Но горожанам, проходя под козырьками домов, все же следует быть предельно внимательными. Ксения Зайцева, Роман Миндияров, информационная программа «Ежедневник».